В Магаданской областной думе на рассмотрение вынесли законопроект о бюджете фонда обязательного медицинского страхования. Предложили увеличить основные параметры бюджета фонда на почти 100 миллионов рублей. При этом доход составит более 6,5 миллиардов рублей с ростом в 1,5%. Средства от неналоговых поступлений направят на финансирование повышения квалификации медработников, ремонт и закупку оборудования. Межбюджетные средства более 32 миллионов направят на обеспечение территориальной программы ОМС. Данные средства направлены на увеличение заработной платы отдельным категориям работников. Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов других субъектов Российской Федерации на возмещение расходов, понесенных медицинскими организациями Магаданской области на лечение иногородних граждан, возрастают на 10 миллионов рублей. Расходы бюджета фонда вырастают на 1,5%. Финансирование медицинских организаций в общей сумме увеличит более чем на 80 миллионов. Почти 50 миллионов направят на финансовое обеспечение медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара для болеющих коронавирусом.